удмуртские товары известны далеко за пределами региона. От Калининграда до Владивостока родители выбирают детскую одежду под торговой маркой «Даримир». В ассортименте более 300 наименований. К примеру, комбинезоны-трансформеры для новорожденных на все сезоны, для удобства детей и родителей. 3 в 1, а это значит, купленная вещь прослужит долго, сэкономив семейный бюджет. Куртки, плащи, ветровки, жилетки, пуховики, спортивные костюмы, зимние комплекты. Для мальчиков и девочек постарше. Покупатели все чаще отдают предпочтение отечественному бренду. Местные производители лучше зарубежных партнеров понимают потребности россиян. Комплектующие материалы для производства существуют и есть на российском рынке. Очень помогает импортозамещение из-за того, что некоторые потребители ориентируются на российских производителей, на российскую продукцию. Соответственно, мы производим все как бы в России, все предприятия консорциума легкой промышленности, включая и компанию «Даримир». Вот. Мы используем на 60-70% только комплектующие российских производителей. К сожалению, те комплектующие материалы, которые не производятся в России, мы вынуждены закупать у зарубежных производителей. Но если бы все производство комплектующих материалов было бы в России, мы бы с удовольствием использовали только российское производство. Безопасность и качество. Им на швейном производстве уделяют повышенное внимание. Вся продукция выполнена из гипоаллергенных и антибактериальных материалов. Они не вызывают раздражения, сохраняют тепло, дают ощущение сухости и позволяют маленькому телу дышать. Товары прошли обязательную сертификацию. Также имеется добровольная сертификация «Курское качество» у каждого производителя. Мы не боимся за качество своей продукции, мы за нее ответственны, отвечаем. У нас продукция как бы российского происхождения, Курской губернии, поэтому мы хотим подчеркнуть, что мы готовы на любом уровне сертифицироваться, показывать, что, пожалуйста, проверяйте нашу продукцию, она качественная, гипоаллергенная, удобная, комфортная, и детям будет, и родителям приятно в ней ходить и расти. Быть непохожими на других, создать свой почерк. К этому стремится каждый производитель. В «Даримир» запущена собственная линия сублимационной печати на ткани, что позволяет создавать неповторимые принты. Рисунок как бы проникает в саму ткань, а значит, не выстирывается, не выгорает и не сотрется, как это бывает с наклейками. Сейчас дизайнеры работают над модной коллекцией. У нас собственная линия по принтованию тканей. Все наши рисунки разрабатываются индивидуально нашим дизайнером. И, соответственно, методом сублимационной печати наносится на ткань. У нас универсальные ткани. Сверху мы наносим яркий, индивидуальный, неповторимый принт, а внутри это хлопкосодержащая подкладка, которая прекрасно подходит для детей. Выстоять одному среди множества конкурентов гораздо тяжелее, чем объединившись. Тем более сегодня, когда заметно снизился потребительский спрос. Курские производители основали консорциум легкой промышленности и совместно представили свою продукцию в магазине, который расположился на 2-м этаже комплекса «Мегагрин». Здесь арендаторам предложили льготные условия. О том, что их продукция качественная, сертифицирована и безопасна, говорит яркий знак «Курское качество» у входа в павильон. Трикотажную одежду для детей в нем представила и компания «Стелси». Сарафаны и пижамы, юбки и комплекты, а также нарядные платья и костюмы покупатели знают под торговой маркой «Дружбанята». Почти вся линейка детского трикотажа, исключая праздничный ассортимент, сделана из 100% хлопка. Каждый месяц выполняем свой ассортимент новыми моделями. Стараемся, чтобы детки наши были модными и стильными, а чувствовали себя уютно и комфортно. У нас сейчас разработана новая коллекция, называется она «Мадемуазель» из футурированного полотна. Вот несколько представлено у нас платьев. Вот. И скоро будет, как мы стараемся делать все из ярких полотен, хлопок. Плотненько, очень хорошо держит форму, прекрасно смотрится, не садится, не красится, как и, в принципе, все наши полотна. Прекрасно сидит на ребенке. Несмотря на сложности в экономике, курские производители взяли курс на дальнейшее развитие. К примеру, компания «Даримир» планирует использовать в детской индустрии элементы взрослой,
такие как проклейка швов, чтобы куртки и штаны не продувались и не пропускали воду, а также декорировать верхнюю одежду ребят светоотражающими элементами для их безопасности на дороге в темное время суток. Чьи модели самые красивые, практичные и безопасные, решит жюри смотра конкурса «Покупаем Курское», где производители ежегодно принимают участие. И, конечно, самые строгие и взыскательные судьи – покупатели.